Уже третий в этом году караван добра отправился по населенным пунктам Ульяновской области. В благотворительной акции регулярно участвуют волонтеры из числа представителей власти, силовых структур, общественных организаций. На этот раз они развезли 19 тысяч наборов, в которые помимо разнообразных продуктов входили санитайзеры, маски и перчатки. Наши коллеги из федерального центра по первому нашему проекту, угу. И они готовы нам выделить дополнительное финансирование, чтобы мы еще там порядка 15 тысяч наборов закупили. Если я правильно прочитал, то получается мы в прошлый раз почти 10 тысяч. 11 тысяч наборов, да, то есть мы грубо 11 тысяч. Сейчас вот развезем 10 700, плюс 20 у нас получается сейчас, да? Плюс 20, да. Да, это 11, 20, 21 тысяча и еще. Всего 40 тысяч. Подобные акции проводятся в нашем регионе с 2018 года. Среди традиционных организаторов и участников – автоклуб «УАЗ Патриот», благотворительный фонд «Дари добро», центр «Счастливый регион» и информационный портал «Улправда.ру». К благотворительному автопробегу присоединились сотрудники Росгвардии. 5 машин и 10 сотрудников доставили нуждающимся 550 необходимых наборов. Всего на маршрутах караван добра работало 300 машин. Павел Половов, новости Улправды ТВ.